Всем привет! С вами Ниагара, и мы продолжаем проходить Умбайда. Ай, так валяются ноги, смотрите, где она. Сейчас покажу. Что надо было так лечь? Да где ты вот так укокошил? Так, хорошо. Хорошо, но ничего хорошего. Она по-прежнему бегает одна, убивает всех тех, к кому я так стремлюсь добежать. Только успеваю посмотреть, как они погибают. Ну и что здесь у нас? Это спуск. Съезжали они ко мне по этим дорожкам, видимо, так. А вот и дальше. Выше и выше. Здесь что-то как-то оборвется, видимо, я только хотела сказать. Нет-нет-нет, висим. Есть! Ничего не есть. Черт! Прикрываю, девочка. Можешь забираться наверх. Спасибо, мальчик. Слава богу. Они взяли его в заложники, чтобы я сдалась. Он не позволил им. Грим. Старый упрямец. Это все из-за меня. Нет, не вини себя, Лара. Отомсти им. Мы помянем старика, когда выберемся отсюда. Я хочу подобраться ближе. Ты можешь снова меня прикрыть? Подожди. Да, я прикрою всю зону до самых стен дворца. Какой-то отлично. Все, я могу не волноваться, да? Спасательный вертолет N-888RS принял сигнал бедствия с корабля Тринити. Говорит Конрад Рот с Эндьюранс. Вы меня слышите? Лара, ты слышала? К нам летит спасательный вертолет. Это отличная новость, Рот. Подай сигнал, а я иду за Сэмми и остальными. Лара, может мне? Это не то, что с пилотом, Рот. Я втянула в это Сэмми и остальных и сама их вытащу. Отлично. Самолет летит. Супер новость. Но не будем, да, в лагерь-то заходить. Что тут у нас навыков нет? А, вот снаряжение 422. Ладно, ладно. Так, дробовик. А там, по-моему, дорого или нет? Приобрести. А, ну все. Считайте, дробовик у нас прокачан максимально возможно. Ну и побежали. Передеваться, наверное, пока не будем. Так хорошо. Так, ладно. Погнали. Мне нужно попасть в этот дворец. Вороны. Я уже что-то давненько никого не отстреливала, да? Никаких там крыс, ворон. Кабанов-то и тех одного завалила, а потом найти не могла. Где он в итоге? Так, Лара, на мосту полно охранников. Да, ты ж меня прикрываешь. Что делаем? Можно пройти под мостом, но это трудно. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. Да? Я волнуюсь. Ты вроде говорил, будешь прикрывать. А потом выясняется, что у нас какие-то проблемы. Это что у нас такое? Так, так, так. Ждите. Так. Ну что, тут не оставили, что ли, никакого дневничка, коньячка? Я вот во все глаза смотрю. Лара, они у меня на мушке. Хорошо. Молодец, стреляй. Ой! Опасно.
Ой-ой-ой. Давай быстрее, Лара. Что там внизу происходит? Уже не прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не упустим, не переживай. Ух ты, Валева. Девки у вас на лестнице сердечки. Я думал, что потерял тебя. Как ты? Да здесь я. Еще бы чуть-чуть. Ну, он стреляет, да, я так понимаю. Мне можно не волноваться. Вон они, давай, прикрывай меня. У меня шлёп. Стой, не двигайся, они тебя заметят. Жди. Что? Здесь как на... Пошла! Иду. Вали вот этого. Стой, подожди, еще не время. Давай. Дай. Стой, подожди, подожди. Ну давай, командуй, шеф. Лара, господи, все в порядке. Какие-то они уж пеки. Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Лара, ой, берегись! Я ей шею сниму! Сдавайся! Какой меткий выстрел. Да какого лешего-то она опять упала-то? Давай, нет. Она сдохла! Не знаю, не вижу. Лара, их слишком много! Уходи оттуда! Уходи оттуда! Ты что мне предлагают бежать вот так под этим огнем? Так, туда-туда. Надеюсь, сейчас меня не перестрелят, пока ты завезу. Ну ладно, опять мы не добрались. Рок, я иду туда. Ты уверена, Лара? Я их вытащу. И вернусь. Вытащишь, даю слово. Но опять же, не прямым каким-то путем, да, а все какими-то огородами и колодцовниками. Ой, черт, луч, что ли? Ну, вперед. Сколько у них здесь трупов, я вообще не знаю, какой остров смерти, честно слово. Сплошные кости, черепа, разложившиеся, трупы. Ну-ка. Опа. Дайте. Так, свечей-то, свечей. Что, они вечные, что ли? Кто здесь ходит? С этими свечами зажигает. А своих не бросаем. Ну, конечно, не бросаем. Ну-ка, стой, где-то за спину убежала, я думала, она снова сюда вернется. Опять же, два варианта, да? Куда-то вот сюда. Что здесь? Пробежимся так недалеко? Ага, растения. И прямо. Давно мы ничего не читали, да? Или я это все где-то пропускаю? Или пока не до того? Сплошной отстрел у меня. Так, слушайте, у них обряд здесь какой-то, да? Братья мои, послушайте меня. Понимаете, в том мире мы были никем, но здесь все мы. Дети императрицы Солнца. Она не зря привела нас сюда. Я знаю, что вам нужна свобода. Я знаю, что вы мечтаете покинуть это место, но для этого мы должны освободить нашу императрицу. Как и мы, она пленница. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Мимико! Ты первая и последняя! Скажи свое слово! Не тут-то было!
тело нашего брата! Теперь я убью тебя! Это тебе за Владимира! Хватит! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Бибико! Говори с нами, платье свои! Прости меня! Посмотри на меня! Посмотри, слышишь? Она! Это она! Скоро, братья! Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. Я не совсем поняла, что, почему задулся огонь. Как так произошло? Я не вижу тела. Не думаю, что она выжила после такого падения. Угу. Все еще недооценивают Лару. Ладно, спускаемся. Пошли. Блин, это что, кровь? Фух, новая модель. Новинка какая-то. Вот здесь напряженный сюжет. Сами события развиваются, ну, не знаю, драматично, что ли, я бы даже так сказала. Так, это что такое? Я уже думала, сожгут девочку нашу. Показалось. Опять везде эти крысы пищат. Это возьмем. Какой-то природный газ. Нафиг, уходим отсюда. Возможно, огня опасно. А, замечательная мысль. Возможно. И что, опять что ли? Так как-то будем проходить. Так, ёшкин кот. Пошли, бегом. О, добрались до лагеря. Найдена база. Инструменты еще поберем. Смотрим, что там за новинка, да? 162. Маловато. А, есть что почитать. Давайте прочтем вначале. Всем новым братьям свою работу определяют, но они что, вкалывают? Пока Матиас доказуху на свою, типа, духовную связь с императрицей предъявляет, они верятся и не рыпаются. Вот прием в братство, это да, штука жесткая там. Такая фишка, он как говорит, пока в человеке не истребит все человеческое, он бесчеловечным не станет. Вот мы отправляем новичков в пещеры, голодать там, сражаться. Когда на несколько дней, когда на несколько недель. Кто уцелел, добро, как говорится, к нам пожаловать. И вообще, если честно, вот я и сейчас догнать не могу, к какой такой силе Матиас подсосался. Да и горя оно. Нам никогда с этого острова отмороженного не свалить, мы тут как в аду. Хотя мы такое творили, кто знает, может, мы уже реально в аду. Вот именно они здесь такое творят, что вообще бесчеловечное что-то. Психбольница. Этот остров настоящая психбольница. Матиас уверен, что всех тут удерживает дух Пимика.
Это невозможно. Просто невероятно. Но в своем безумии он зашел так далеко, что уже неизвестно, насколько он безумен. Вертолет не годится для бегства. Ты это знаешь, Лара, точно знаешь. Надо предупредить остальных. Если мы им воспользуемся, то погибнем. Все, она закончила дневник писать. Ну ладно. 6-й дневничок из 10. И ничего такого я не нашла. Может, ее переоденем, а что, она вся в кровище в этой. Что-то я как-то сразу об этом не подумала. Так, что я хотела одеть-то ей? Летчица, партизанка, пенистка. Пенистка. Что там у нас? О, вот так неплохо. Ну, нормальненько. Пойдем. Альпинистка тут, похоже, да, надо будет много лазить. Там что? Нет, нифига. Туман тут такой. От газа природного. Да не дергайся ты! И молись, чтобы быстро убили. О, боже. А, нет. Это ужасно. И что мне делать с этим? Мне их отстреливать? Так, подождите, они бегут ко мне. Сзади никто не подберется, ладно, я жду их здесь. Или они разбежались? Что происходит вообще? Кто это были такие? Может рвануть газ? Вариант. Ха, нет, тишина. Там, да, боже, это что такое? Ржач какой-то, я боюсь туда идти. Давайте осмотримся. Они в этих клетках живут, что ли? О, смотрите. Что, сходим туда, нет? Иди, иди в темноту. Нет, отвалите. Мне прямо, да? Так. Иди в темноту, я что-то боюсь туда идти, мало ли. Я еще шлепну там. Сожрут нафиг все. Так, уходим. Сейчас это дело все нормально. Что нужно взять? Стрелы. Что? Это сдохнет. Там еще один. Они живут в этих конурах. Там что-то блестит. А, блин. Кошмар. Нет, я туда дальше не пойду. Я вот эту штучку подберу. Ну нафиг. Вон еще сверху. Это какие-то люди, возможно, знаете, что это какие-то заложники, которых они здесь держат, и они, может быть, сошли с ума. Не знаю. А, стрелы, йог. Круто. Я успею пройти. Ну, стрелы кончились, я могу вступать в рукопашку. А, вот. Может, опять сорвало тот клапан, Яли? Если это клапан, можешь оставить в следующей смене. Не задерживайся там. Ничего тут разложили тайников. Да, да. А если не частицы подожгут, это дерьмо. Черт, ладно, ладно. Ненавижу эту дыру. Так, я пойду проверю, а ты побудь здесь. Спасибо, брат. Или замочить. Что будем делать?
лучше как бы не делать. Ай! Не делать такого, знаете, чтобы они у меня были со спины. То есть, если бы я сейчас пропустила, то все время думала бы о том, что у меня сзади еще могут подбежать эти враги. Эй, смотри, осторожно там. Так, подождите. Расслабь, все равно проиграл. Так, подождите, парни. Еще бежит. Ну что, не умер, что ли? Ну ты что? Реально? Бесмертный какой-то. Подожгла наконец-то, да? Долго сопротивлялся. Алиша, милая, не хотела я этого писать, но может так получиться, что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала, все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Конрада Рота. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучший из всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Я очень тебя люблю. Еще один документ найден. Посмотрим, пареньков тут. Посмотрим, что осталось. Тихо-тихо, не пошли. Опыт. Что у них тут все сломалось? А, вот еще валяется. Я тебя и не заметила. Аккуратненько. Что это, рванем? Так, рванем. А что у меня, где горящий-то? Нифига. Покрутить, значит, надо. Так, выпустила газ, выходим дальше. Здесь у нас есть лагерь и стрелы. Стрелы обязательно собираем, у нас нехватка оружия. Огнестрел экономила, бегаю, блин. С одним луком. Ладно, чё? Вот у нас возможность забраться наверх. Ну, сходить не будем, да, пока что? Нет, вот там никакого смысла. Вот сейчас эти локации мне, конечно, не очень нравятся. Мне больше нравилось просто бегать по острову. Я совсем забыл про запах. Все тихо. Вряд ли она здесь. Может, свалим? Нет. Нужно убедиться. Обыщем яму. Эй, обыщем, что тут у вас? О, эй, нас послал Николай. Он нам приказал. Вернее, охранники перед... Помогите. Помогите мне! Конец тебе! Ага, бегу. Ой-ой-ой, прям сюда ко мне. На, ла-ла-ла-ла. Отдыхай! Ну, давай. Сейчас. Ой, меня сейчас сбивают. Капец. Нужно немножко подлечиться. Ты что, ты сам обожжил сюда залезать? Сейчас, подождите, немножко отсидимся. Так. Ну, давай, давай. Есть еще? Нет, похоже, потому что она перестала пригибаться. Да, все, все. Кончились мужики. Так, у нас чуть вниз, а здесь что? Просто для маневра было сделано или что-то? Давай, можно куда-то залезть. А, подлечиться.
Ну ладненько. Будем спускаться. Обыскивать трупы. И идти дальше. Крысы прям везде, а. Так. 371. Ну, будем теперь прокачивать то, что осталось. Я вообще-то уже все, что хотела, получила. Так скажем. Все прокачки. Самые интересные и нужные. Так, подождите. Не туда, но вот поверху. Теперь уже остается только всякие там, я не знаю, бросаться землей, например. Какие навыки. Так. Ну, далеко мы. Сняли все, офигеть. Лук и кирка. Живай как хочешь. Твои новые слуги склоняются пред тобой. А я могу его по-тихому снять. Сердцем мы почитаем тебя. Огнем мы тебя. Все. Ты наше солнце. Ты наш свет. Ты обещаешь нам рассвет. Что они молятся там опять? Это же лекция. Ты не забудь. Явись. И укажи нам. Ой, лекцию. Блин. Как ты так быстро видишь, где я? Я бегаю за укрытием, он сразу палит. В какую сторону? Ну, тут такие были обряды сожжения, видите? Трупы. Такое мы видели в самом начале, когда, ну, в первой, что ли, даже серии, да, она подвешенная, потом выбиралась, то же самое было. Брат сожжения, смотрите, бедные люди. 5 июня 2011-го. Идут годы. Часто во сне я слышу шепот. Это шепчет императрица Солнца. Она торопит меня. С каждым рассветом мне является ее прекрасный лик. Это знак. Уже скоро, совсем скоро. Братья трудятся, не покладая рук. Они строят город во имя императрицы из всего того, что она собрала на этом острове. Они пытают чужаков и приносят жертвы во имя императрицы. Еще немного, и мы найдем ту самую. Я мечтаю покинуть не только этот остров. Я мечтаю избавиться от всего, что сопровождало меня столько лет. Груд мусора. Смердящих трупов, тотального убожества. Если я верну мою императрицу, все это исчезнет в одно мгновение. Подобно восходящему солнцу, она зальет божественным светом все земли и моря, сжигая все на своем пути. И вот тогда, после этого очищения огнем, у меня начнется новая жизнь, безгрешная и счастливая. Такое ощущение, что на острове все полные психи. Ей-богу. Так, а стрелы я больше не могу брать, да? Ладно, тут что, покрутим? Так, уходим, уходим. Быстро так ее закрутим. Так, подождите-ка. Теперь, наверное, стрелы нужно сменить. Ага, да, ну я так и подумала. Развернуть. Так. Так, 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 подождите. И... А что, выстрел вам раскачает? Опять все без... Да. Раскачала. Что-то где-то газ. Я это закрыла. Я по 3-3 все время
чуть-чуть отсидимся. Давай, давай! Ну, это уже не смешно. Когда я выберусь отсюда, я засуну твои стрелы тебе в задницу. Бойкая. Черт! Помогите! Тихо. Все сразу помыкались. Выпусти ее оттуда! Так, я назад! Ау-ау-ау! Тихо. Один он остался, нет? Да, ты пойдем свой. Из укрытия меня выкуривает. Все, кажись. Я чемпион! Ты и оторвала, Лара! Как ты сюда пробралась? Мне помогли. Грим? Да. Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем. Сейчас еще освободит, раз. Конечно же, но в следующей серии. Так, внимание! Вместе! Деньги летают. Ау! Бесполезно, Рейс. Вижу. Ну ладно, мы с ними встретимся в следующей части. Всем спасибо за просмотр и пока.